Маслово. Долгожданный ремонт Ракитовского шоссе идет полным ходом. Фрезерование на участке площадью около 60 тысяч квадратных метров уже завершено. На данный момент подрядная организация ведет укладку верхнего слоя дорожного полотна. Дорогу приводят в порядок большими картами по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». За ремонтом в постоянном режиме следят сотрудники МБУ «Дорожное хозяйство». Специалисты МБУ «Дорожного хозяйства» периодически осуществляют выезды и в дневное, и в ночное время, чтобы проверить процессы, технологию, как ведется укладка, осуществлен ли розлив, фиксируется толщина в процессе укладки. И, соответственно, специалистами лаборатории в дальнейшем отбирается смесь для испытания ее на физико-механические показатели. Чтобы не создавать неудобства автолюбителям, ремонт проводят ночью. За прошедшую смену бригада уложила более 8 тысяч квадратных метров асфальта. Покрытие толщиной 5 сантиметров выполнено из высокопрочного современного материала ЩМА-16. Работы выполняют 2 асфальтоукладчика, 6 катков и 20 дорожных рабочих. ЩМА-16 это новая смесь по новой технологии. У нее уже и эксплуатационное качество более лучшие. Самарские автолюбители перемены уже оценили. Месяц назад я проезжал здесь, тут ужас что было, яма на яму. А сейчас проехал. Правда, ремонт трудно проехать, но ремонт делается. Московская, смотрите, как делают, классно. А победу в прошлом году сделали, вообще чудо. Ранее дорогу ремонтировали большими картами перед чемпионатом мира по футболу 2018. Из-за интенсивности движения дорожное полотно уже износилось, и Ракитовское шоссе нуждалось в ремонте. Кроме ремонта самой дороги, в этом году здесь заменят люки смотровых колодцев на проезжей части. Сейчас с объемом работ, запланированным в рамках муниципального контракта, подрядчик справился уже на 78%. Мария Ильевна, Сергей Баскин, «События».